Штамм К6. Первая волна. Температура в камере 10-12 градусов, немножко высоковатая, поэтому видим немножечко плодовые тела не тех кондиций, которых хотелось бы. Штамм более хладолюбивый. Штамм К6. Первая волна начала плодоношения. Растет рядом с К17. Здесь уже вторая, третья волна. Температура в помещении сейчас 10 градусов. Вот это К17. Для К6 немножко была высокая температура. Так, желтые пятнышки — это экскудат выливался с некоторых блоков. Его вот видно. Брак. Было некоторое время температура в камере 14, даже до 16 доходила, что некомфортно для К6. Поэтому немножечко плодовые тела не тех кондиций. Рядом К17, который гораздо лучше перенес повышение температуры. Так, здесь уже переросшие грибы, но тем не менее.